К нему смерть не смогла пробиться через стены погреба, в которую он спустился за минуту до бомбежки. 3 дня дед Азарий хоронил. Хоронил женщин, детей, тех, кого не призвали на фронт, но судьбой им было уготовано погибнуть раньше, их отцов, мужей, братьев. Дед Азарий читал молитвы, отпевал усопших как мог и сумел не сойти с ума, хотя сумасшествие витало в тоскливом одиночестве его печали. В этот теплый октябрьский вечер 42-го года дед Азарий внезапно ощутил, что котлован должен наполниться душами и человеческими судьбами неотвратно в своей случайности. А что мы имеем? Вторая задачка для школы. Рядовые Иван Игнат, потом звать. Потом. Только у рядового Игната есть винтовка, а у рядового Ивана винтовки нет. Вот спрашивайте, кто из рядовых хозяин в хате? Стоп! Я повторяю вопрос. Кого может расстрелять рядовой штрафной роты Игнат без суда и следствия по законам военного времени? Что? Деревни все разворошили. Стреляй, Наташа. Лучше.